даже когда детей нет рядом, они всегда в мыслях и перед глазами родителей. Это настоящая стена почета. Все сыновья и дочери по-своему выдающиеся, талантливые и абсолютно все для родителей самые любимые. Стремительно семья Поляковых начала расти в начале 2000-х. У Любови и Владислава к тому времени уже было двое своих сыновей. В канун Нового года у старших появились младшие братья и сестры. Сразу четверо. Сегодня детей уже 13, самый младший Роман. Ну что, знаешь, что если даже кто-то там обидит или что, знаешь, что заступятся. А заступятся прям братья старшие или еще и сестры, тоже такие боевые? Да сестры у нас тоже боевые. Ну и братья. Рома учится в 9 классе, в свободное время помогает родителям по хозяйству, занимается спортом и уже задумывается о выборе будущей профессии. Хотел вообще в спорт уйти, в олимпийский. Ну, не знаю, папа это советует, то, чтобы в горный пошел. Мама тоже хочет, чтобы в горный. Дать образование каждому ребенку обеспечит всех жильем – главная цель родителей. По соседству с домом Поляковых уже выросли 2 двухквартирных для 4 сыновей. Родители активно помогают в строительстве. Расширяет свой дом сегодня и семья Герлиц. Дарья, дочь Любови и Владислава, вышла замуж и уже сама стала мамой 2 малышей. Говорит, супруг – надежная защита и опора, как и родители. Им особые слова благодарности. Именно папа и мама – образец крепкой семьи. Как кушать приготовить, как себя вести в обществе, как разговаривать. Ну, это, конечно, от мамы. Это мама все дала, нам все заложила. Я даже не представляю, вот если бы ее не было, где бы мы сейчас были. Вот, правда. Родные родители от нас отказались. Это, наверное, с 18 мы бы вышли бы из детского дома. Куда бы мы пошли? Что было бы у нас? Перенесут в свои будущие семьи дети и заложенные в родительском доме традиции. Это и празднование значимых событий, и веселое путешествие, и самая главная традиция. Много детей. Приезжаешь, то их всегда много дома. Тоже не пустой дом. Раскрывает секрет семейного счастья и Любовь Алексеевна. Взаимопонимание между нами с мужем, помощь. И то, что дети любят, а я в этом теперь уже убедилась, любят, помнят, не забывают. Всегда они с нами. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.